Звоночек у нас песня группы Ума Турман. Но, к сожалению, вот Володя Крестовский не смог мне дать комментарий. Был вчера весь день на каких-то то ли соревнованиях, то ли тренировках. И поскольку человек, вот такой, он перфекционист, говорит, ну не могу я тебе записать вот некачественно свой комментарий про эту песню. Говорит, давай про какую-нибудь другую потом. Ну вот, даем с Володей обещание потом ответить. А песня славная такая, клип снят, по-моему, в Ялте на мотоциклах они едут. Тоже, в общем, не сильно далеко выходящий за сюжет этой песни, сюжет клипа. Ну, мне кажется, что яркий, хороший хит. Что-то я с трех ног не узнала эту песню. Мы о чем? Как сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Это Ума Турман. Слушаем и прощаемся с вами. Сегодня с вами были Людмила Шаулина, Алексей Певчев и Василий Белоусов. Удачи. Хорошего дня. Берегите. Сейчас на полночь, телефон молчит, тихо и холодно. Я скучаю, а сейчас. А небо все так же выглядит. И солнце под крышем, скорость и лето. И вся моя песня. Меня ты не слышишь, звонки лета. Иду по улицам, город хмурится серым лицом. Последнее воскресенье месяца, 20:10 по Москве. Препарат модулирует активность. Советуйте, доктор. Радио.ру.
родину России. Позиція «Такі молоді» виконує гурт «Наші». Автор слів Кутиніна Ольга, автор музики Кутиніна Ольга, Лісненко Богдан, Багнюк Володимир. Удали наші дні, кожен день вихідний, щасливий хоч і надолі, надолі. Сталося, сталося, і була байдуже вже, куди вежишся несе. Сказать, что нам, в общем, ничего страшного в этом нет, то есть будет база военная. Не упоминает именно сейчас, конечно, конечно, сейчас. Вот именно. Вот только... Умеет проникать эмпатически в какую-то глину, анализует лимфоток и восстанавливает работу узлов очистных станций нашего. Звоните, чтобы узнать, есть ли для глубокого очищения ворсинок и лимфы. 8 800 100 ровно. Проводное вещание и звуковой диапазон. 3 миллиона человек. Цены доступны. Телефоны код 4. Ряда консультаций с национальными федерациями принял принципиальное решение не отменять Лигу наций. Как сообщает Спорт-Экспресс, несколько футбольных топ-стран настаивали на отмене турнира для сборных из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией коронавируса в Европе. Голландские специалисты заняли пост главного тренера испанского футбольного клуба «Барселона». Каталонцев. Контакт с нас. Thank you.
Приамурье продолжает действовать режим ЧС. Коммунальщики, а также экстренные службы работают над ликвидацией последствий сильного дождя. Таковы основные события к этому часу. Далее в эфире новости спорта. Спорт. Чемпионата России сезон 2020-2021 против Тульского Арсенала. Об этом заявил главный клуба Мурат Мусаев. Игра, которая состоялась в Краснодаре во вторник, завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Облачная с прояснениями погода, без осадков, до плюс 21 градуса. В Иванове сегодня максимум 30. В Ярославле малооблачная погода, без осадков, до плюс 23 градуса. В Липецке до плюс 20. В течение дня без осадков, плюс 23 градуса. Без дождя, днем плюс 21 градус, к ночи похолодает до плюс 12. В эти минуты в столице плюс 15 градусов, ветра нет, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 56%. Радио России. В эфире Радио России. В Оренбурге 13 часов 10 минут. Вести Оренбург. Трудно було зробити вісеньке через 5 років. І коли дивлюся, я дівку в трудно, сонечко так захистила, то було 12 січня. О, і ви знаєте, а там такий дірок, що кажу, люди, я знакомила йому там чорнобильці, що такі гарні. А я забула, його похвалив зіном. Я просто по-польськи, бо так. І він нас працював, він дав поки в костелі Старогородським. А то були практики цього, ну то власненько, живий, власненький отак. Так, а скажіть ще, як його звати було? Скрили його, поповадили його до мене. Добре, ми не маємо часу, скажіть, як звали цього отця? Моя, я кланяюся. Добре, дякуємо вам, вже маємо завершувати нашу програму. Таке слухання, дуже багато. Прекрасних священників, так, сестер, монахинь, людських осіб. Молодші по Британії випустять книгу чотирирічного хлопчика. У Британії вчитель катедрати. Нехай він нас. Офіційно стане поетом, бо в країні опублікують його власну книгу. Як помітили, вчителька і поетка познайомилися із мамою хлопчика, а потім дізналися творчість. Вчителька Діма на своїй сторінці у соцмережах, щоб про нього дізналося більше людей. І саме вона допомогла хлопчикові у власній творі. Програміста вирішив зробити з університету Карнегі Меллона. Він просто звернувся до своїх колег з ініціативою такою, що він пропонує використовувати деяку послідовність символів для позначення жартів. А саме це двокрапка, потім тире і така дужечка загорнута, ну типу смайлик. Угу. І це прижилось. До речі, використання смайлів впливає на нашу розумову діяльність. Саме це музика Олексій Капунський, Батуа Кривляной, Ірина Капунська, Віктор Лісниківський. Давай вставай, ти чув життя, світ належить більше тих. Давай, кого ти любиш. Сексуально.
загинули за минулу добу в Україні. Серед них 121 дитина та 105 медичних працівників. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. 28 людей померли від ускладнень, 812 пацієнтів одужали. Загалом за час пандемії на коронавірус в Україні захворіли 96 403 людини, 2144 померли, подолали хворобу 49 737 людей, сказав Максим Степанов. У Польщі почали виробляти препарат для лікування коронавірусної інфекції. Він створений на основі антитіл з плазми крові людей, які одужали від COVID-19, повідомляє ОНЕТ. Препарат випускатимуть у вигляді розчину. А окрім того, він мав у своєму Євангелії Христа Спасителя і взяв Якова, бо той перший з апостолів мав постраждати за Христа. Спаситель знав, якою слабкою є людина, тому хотів скріпити серця. На силовые структуры, что мы вот мы уже не хотим третье расстояние. Это так и не так. Это ширма. Создали в стране некий оппозиционный штаб передачи власти. Они нам подкидывают. Если человек такие данные журналистам сообщила зам-мэр вас. Анастасия Рахова. Замэра при этом напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы, а также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. В свою очередь, заммэра в столице по вопросам экономической политики и мощности. Она приняла участие в выборах, несмотря на то, что ее пытались оттуда выбросить под давлением. А потом сбежала, теперь пытается вернуться обратно. То она призывала успокоиться, нации и так далее. Ее, говоря таким молодежным сленгом, сейчас немножечко колбасит. Там 26 лет власти один человек, который практически от безраздельной власти уже ошалел, возомнил себя царем, человеком, у которого государство находится в кармане, и который может делать абсолютно все, что угодно. Нам-то вот что вы говорите, нам в этой ситуации что делать, Богдан Анатольевич? Ничего не делать. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Какое сейчас к черту союзное... Ни за что, я же князь, я же царь тут. У меня вот тут семи народов подряд, клан, сыновья вон все. А мне предлагают стать каким-то там членом союзного государства, правительства, там и так далее. То, что хочет Лукашенко, это вернуться к политике получения денег от России, гигантских денег, которые в Беларуси не вкладывал ни Китай, ни уж тем более Европа. И абсолютно ничего не делали взамен. Вот вся политика Лукашенко. А все, что он говорит, это абсолютно в этой конъюнктуре ложь, вранье, манипуляции, не более. Мы допустили на
сборочный этап, где свои враги. Потому что сказать, что это, это какой-то кремлевский проект. Ну какой это кремлевский проект? Ну послушайте. На этом все. До завтра. Ну и на финал все-таки давайте послушаем прекрасную песню в исполнении этого прекрасного украинского парня. Новосибирской Сибири проинформировала об 11 положительных результатах тестов на коронавирусную инфекцию в команде, из-за чего она пропустит Кубок губернатора Челябинской области. Новый чемпионат КХЛ должен стартовать 2 сентября. Вегас взял верх над Чикаго 4-3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Эдмонтоне без зрителей. Счет серии до 4 побед стал 4-1 в пользу Вегаса. Команда стала первой, вышедшей в четвертьфинал Кубка Стэнли. Соперник Вегаса на следующей стадии плей-офф НХЛ определится позднее. Пока это все, у микрофона был Михаил Кедровский. Реклама. Надо в пенсионный фонд идти. Скорости могут открыться на следующей неделе. Прокуратура начала проверку после затопления из-за сильных дождей в Шевске в Екатеринбурге. Об этих и других событиях далее в нашем выпуске. Еще 6 человек скончалось за минувшие сутки в Свердловской области от COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составляет 382. Зарегистрировано в Свердловской области еще 147 новых случаев заражения COVID-19. Фон 286-26-41. Детский центр при храме святого целителя Пантелеимона объявляет набор детей с 2 до 7 лет на полный день. Ребятишек ждут музыкальные занятия, ритмика, физкультура, художественно-эстетическое развитие, изо, лепка, театрализованные игры. По программе «Русская классическая школа».